Губернатор Николай Любимов, подойдя к стенду строительной компании «Капитал строитель жилья», проявил интерес к проектам, которые сейчас реализуются. Особенно его заинтересовали детские площадки, построенные с использованием новейших технологий. Мы сейчас используем совершенно новейшее оборудование, которое обучающее оборудование. Мы уже перестали, отошли от обычных машинок, там, таких готовых форм. Мы перешли уже к абстрактным формам, которые являются развивающими формами, те, которые развивают детское сознание, мышление и зовут их вперед. Безопасность, комфорт и надежность – вот основные принципы, на которых строится политика компании «Капитал строитель жилья». Компания вошла в число крупнейших застройщиков региона. Уже было построено более 500 тысяч квадратных метров жилья. В планах не сбавлять темп и работать на результат. У нас еще вся жизнь впереди, нам строить и строить. У нас огромное количество планов, у нас новые дома входят в строй, у нас новые дома закладываются в этом году. Я думаю, что все будет хорошо. «Капитал строитель жилья» реализует уникальные проекты для нашего города. Это смарт-квартиры с умным пространством, где предусмотрены самые разные зоны для хранения. Квартиры формата «Евро», которые уже покорили жителей города. Например, в «Евро» 4 гостиная и 3 комнаты. Гостиная разделена на 3 зоны – обеденную, кухонную и зону отдыха. Также здесь 2 санузла, один находится рядом со спальней, другой – возле детской комнаты. При этом, какой бы дом ни строила компания «Капитал строитель жилья», главное внимание уделяется качеству. Здесь думают в первую очередь о людях. Квартиры для жизни, дворы для жизни, дома для жизни. Потому что особенное внимание мы уделяем вопросам качества, вопросам надежности, вопросам энергоэффективности. Потому что, ну, чем мы выигрываем на рынке? То, что когда вы покупаете квартиру у нас, вы экономите на ремонте, вы экономите на коммунальных платежах, вы получаете лучшие планировки из всех существующих на сегодняшний момент. Помимо всего прочего, в каждом доме, построенном компанией «Капитал строитель жилья», реализуется программа комфортной городской среды. Здесь будут себя чувствовать комфортно люди с ограниченными возможностями здоровья. А большая парковка на закрытой территории и круглосуточное наблюдение делает жизнь горожан не только комфортной, но и безопасной. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».